Будущие строители и металлурги почти 60 регионов страны приехали в Челябинск. Южноуральская столица принимает заключительный этап Олимпиады профессионального мастерства. Участники – лучшие студенты колледжей и техникумов страны. Алексей Мишарин участвует в Олимпиаде второй год подряд. Приехал из Каменска-Уральского. Настроен решительно, нужна только победа. В том году участвовал, отбирались, и в этом году получилось второй раз отобраться. В этом году приехал побеждать. Сложные отборочные задания были. Там было тестовые задания, были практические задания, как решать задачи. Финалисты – лучшие студенты своих регионов. Они уже прошли серьезный отбор на малой родине. Первый этап – это внутри каждой учебной организации проводится своя олимпиада и выбирается лучший из учебного заведения. А дальше каждый регион проводит региональную олимпиаду и выбирается, собственно, скажем, лучший строитель региона. И затем этот лучший строитель региона уже защищает честь своей образовательной организации и честь всего региона на Всероссийской олимпиаде. Молодым профессионалам нужно будет решить тесты и выполнить практические задания. Например, изучить участок с помощью геодезического оборудования. Мы все-таки всегда расцениваем подобного рода олимпиады как школу повышения мастерства и обмена опытом. Потому что здесь собираются действительно лучшие специалисты, которые наверняка поделятся друг с другом своим опытом, как мы говорим, в кулуарах. Вот. И от этого, конечно, выиграет только качество подготовки, пожалуй, в базовых отраслях народного хозяйства. Олимпиада продлится до 16 мая. Победитель получит льготы при дальнейшем поступлении в ВУЗ, а также право подать заявку на получение президентского гранта.